Всем привет! Меня зовут Сергей Калинец, и я продолжаю нашу сегодняшнюю программу. Саша говорил, что он расскажет, как надо делать, а остальные расскажут, как надо. Но это тоже, скорее всего, неправда. Сегодня мы поговорим о том, как можно строить веб-приложение full stack и клиента, и сервера на .NET, но на F-Sharp. Кто из вас пробовал когда-то писать на F-Sharp, понимать синтаксис там? Много, круто. Тогда это хорошо. А перед тем, как начать, я хочу еще раз вас поблагодарить за то, что вы в это вечернее пятничное время пришли узнать что-то новое, там пообщаться с другими разработчиками. И подсказать еще несколько событий, которые будут там проходить некоторые в следующем месяце. Кстати, вот FVDS очень хорошая конференция, там много бывает интересных докладов. Сегодня как раз есть шанс выиграть билет, но если даже не выиграть, это не повод его пропускать. А еще очень хорошая конференция XP Days. Часто, не знаю, там .NET разработчики не очень ходят по конференциям, они только ожидают событий там от Microsoft, да, какой-то билд, там, когда придут, расскажут, вот новая версия SharePoint, или там в 2018 SQL сервере мы добавили поддержку JSON, поэтому через 5 лет в вашем enterprise тоже это будет. Но при этом очень много интересных вещей проходят мимо. Вот XP Days, .NET Fest, ну, это новая конференция, тоже достаточно прикольная, поэтому я вам предлагаю на них ходить. Там интересно, там какая-то социализация. И еще хочу тоже обратить ваше внимание на такое сообщество, как Kyiv Altnet. Пару лет назад оно было достаточно активным. Это сообщество для людей, которые вроде пишут на .NET или когда-то писали, но при этом они интересуются чем-то, скажем, таким нестандартным, не то, что нам предлагает Microsoft. У нас были регулярные встречи, мы обсуждали там разные дикие вещи, вроде того, что я сейчас буду показывать. Потом оно чуть-чуть все подутухло, но сейчас есть очень настойчивое желание все это дело восстановить. Поэтому, если вы интересуетесь такими вещами, подписывайтесь в группу, следите за анонсами. Я думаю, там в ближайшие месяц-два мы все это дело возобновим и будет продолжать жечь. Сейчас много интересного вышло и в .NET, и вокруг. Поэтому все у нас будет хорошо. Так, ну, собственно, переходим к теме доклада. Я буду рассказывать про такую штуку, как сейф. Кто слышал про сейф? Кто-то слышал про сейф. Сейф — это аббревиатура, как вы уже, наверное, догадались, из четырех слов. И, собственно, это стек, на котором строится full stack приложение, да, стек для full stack. Базируется он на четырех вещах. SUAF — это сервер, Саша про него упоминал. Сервер написан полностью на F-Sharp, там функциональный стиль, самописный, очень интересно там все сделано, любопытно, скажем так. Ажур для того, чтобы было чем заполнить букву А. На самом деле вместо ажура можно и AWS использовать, и вообще не использовать облаков. То есть там сама идея сейфа в том, что каждую из этих букв можно поменять на что-то другое или вообще убрать. F — это Fable. Fable — это такая штука, которая позволяет вам из F-Sharp делать JavaScript и выполнять его или в браузере, или на сервере. То есть можно написать на F-Sharp Node.js приложение, например, там Express-сервер и прочее дикие вещи. И Elmish это надстройка над Fable, которая позволяет вам делать Elm-like abstraction, что бы это ни значило. Говоря про SUAF, сегодня мы его не будем показывать, потому что в мире F-Sharp веб-серверов происходят там нешуточные бурления. Вы даже, наверное, и не знаете, что есть такие вот вещи. Но идея в том, что сейчас придумали SUAF. То есть там классные были идеи. Сервер полностью, как я уже говорил, самописный. Он был там многоплатформенный, запускался и подвинулся под Mono, еще до .NET Core, в докерах, там все у него было отлично. Однако люди, которые пробовали использовать, например, там в высоконагруженных приложениях, там еще где-то,
заметили, что он не настолько быстр, не настолько надежный, там по безопасности возникали проблемы, очень много нужно было писать самим. И я знаю, например, примеры, когда у людей там вся бизнес-логика написана на F-Sharp, то есть они там фанаты функционального стиля, но при этом веб, сам слой, там, да, веб API, используется обычный C-Sharp, контроллеры, и контроллеры просто логику перекидывают дальше в F-Sharp. Именно потому, что на SUAF оно как бы круто выглядит, но не круто работает. F-Sharperы не сдавались, когда все это не обнаружили. Когда вышел .NET Core, одна светлая голова решила, что можно взять лучшее из двух сторон, из .NET Core и из SUAF. И поэтому появился жираф. Почему жираф, я не знаю. Ну, хотя на самом деле в блоге там вроде написано, я просто забыл. Идея в том, что жираф — это почти SUAF, ну, то есть очень похожая модель программирования, достаточно легковесный, но он работает как middleware на .NET Core. И, соответственно, можно использовать там авторизацию, аутентификацию, Kestrel, все быстро, все классно, и при этом F-Sharp. То есть это следующий шаг, и сейчас, в принципе, мейнстрим — это как раз жираф. Но один товарищ тоже еще никак не ухомонился, и он подумал, что и SUAF, и жираф — это все классные вещи, они очень гибкие, там все много все позволяют, но они заставляют писать очень много boilerplate кода. То есть вы там должны писать какие-то хендлеры, то есть все то, что мы делаем в контроллерах, да, там парсить параметры, какие-то цепочки строить, вместо того, чтобы сосредоточиться реально на бизнес своих проблемах. То есть, как пример, он приводил разработку на Ruby, или даже не Ruby. Ну, то есть вещи там, где у вас есть очень классный инструментарий, когда вы можете там с помощью одной команды поднять себе все, что нужно, и вы там добавляете контроллер страницы, опять-таки с помощью инструмента, с помощью консольных утилит. Когда вам не нужно вручную там попариться на низком уровне, вы можете сразу начать делать уже свою бизнес-логику. И в принципе Saturn — это как раз жираф, обернутый вот таким инструментарием. Он сейчас в начальном этапе, поэтому мы сегодня про него только вот поговорим и все. Использовать будем жираф, ну, наверное, не очень активно. А в основном будем использовать как раз-таки Fable и Elmish. То есть это то, как раз самое, наверное, как мне кажется, интересное, когда вы можете писать на F-Sharp код, который выполняется в браузере, при этом не просто, ну, как сейчас, да, новый вышел Blazor, что ли, называется штука, когда пишете на C-Sharp код, он выполняется в браузере в WebAssembly, там что-то такое новое, а-ля Silverlight его многие называют, но при этом уверены, что тут все будет хорошо, не как с Silverlight. То в Fable и Elmish совсем другая история. То есть тут уже компилируется он в JavaScript, используются proved инструменты вроде Babel, там и Webpack, и все вокруг, то есть все то, что хипстеры JavaScript-еры уже используют там 5 лет или больше. Ну и в принципе оно достаточно такое, ну, зрелое. Что такое Elmish во всем этом? Elmish, как я там раньше говорил, это Elm-like abstractions. Elm — язык, который придумал один чувак для разработки, опять-таки, фронтенда. Он очень похож, этот язык, на F-Sharp. Он из семейства ML-языков. И главная его фишка этого языка, что когда вы пишете на нем приложение для браузера, в нем никогда не бывает рантайм ошибок. То есть там всегда все, что может поломаться, ломается на этапе вот этой компиляции из Elm в JavaScript. Но в Elmish интересно не то, а то, что модель построения, собственно, приложения и логики работы Elmish взята из Elm. Идея в том, что у вас для каждого куска UI есть модель и есть две функции — update и view. Функция view берет модель и ее рисует просто, ну, все там, не знаю, текст какой-то, кнопочки, кнопочкам хендлеры там привешиваются. А кнопочки могут, например, генерить команды. И метод update как раз берет эту модель, берет сообщение, которое пришло, в зависимости от этого сообщения update меняет и выдает ее наружу вместе с другими командами. То есть у нас происходит однонаправленный цикл, нету у нас никакого, как это,
изменяемого состояния, то есть, ну, в принципе, то же самое, что используется в React. И на самом деле Elmish компилируется в код JavaScript, который на самом деле потом превращается в React. То есть, в принципе, там все очень круто, и все это, опять-таки, повторю, на F-Sharp. Если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, вы там чем-то супер не согласны, сейчас там стесняетесь об этом сказать, вот мои контакты, можно будет потом все это дело обсудить. Так, ну, слайды кончились. Сейчас можно на самом деле было бы взять пиво вам и посмотреть, как это все будет происходить. Я хочу показать какой-то лайв-кодинг с методом проб и ошибок, чтобы примерно, как это будете делать вы, что-то, может, зная про F-Sharp, что-то не зная, может, ничего про F-Sharp. Кстати, кто не знает ничего про F-Sharp? Это уже, кстати, хорошо. Так, я пока сделаю минус один к интеллекту. Так, окей. Собственно, вот у нас сейф. У сейфа есть такая вещь, как референс-приложение. Оно называется Safe Bookstore. То есть чуваки взяли и напилили полноценное приложение, которое включает в себя клиент-сервер, логично, потому что это full-stack приложение, и всю инфраструктуру вокруг нее. Это сборку, это тесты, это UI-тесты, юнит, там есть deployment в Azure, в Docker, куда угодно. То есть такой вот себе кусочек, который можно скачать, запустить, и оно все будет работать. Для того, чтобы его скачать, запустить, надо нагуглить, зайти в Google, не в Google, в GitHub, склонировать, и у нас появится… Кстати, на задних экранах видно текст? Я специально старался сделать его побольше. То есть мы стаскиваем папочку, и в ней есть у нас все то, как любит Саша, команда build kmd. То есть мы ее запускаем, и она начинает делать все. Все в буквальном смысле этого слова. Она скачивает .NET Core, она скачивает все инструменты, там NPM, YARN, все то, чего у вас, скорее всего, нет, потому что вы .NET разработчик, да, в студии оно не нужно, поэтому зачем. Тут оно все скачивается, локально ставится, и там что-то будет происходить. Пока тех, кто не знает, что такое F-Sharp, я попробую провести небольшой краш-тест. Если бы знать, какие кнопки жать. Ага, вот. Но я не знаю, какие кнопки жать, потому что я на самом деле архитектор, и мне редко получается попрограммировать. Так, смотрите. Собственно, как работает это? Видно внизу? Тут, к сожалению, нельзя сделать, чтобы оно было сверху. Я не знаю. Как можно почистить терминал, кто знает? Эту кнопку нажать? Нет. Кто-то работал с Visual Studio Code? Хорошо, ладно. Clear? Не, KLS я пробовал. У меня что-то все полом. Короче, вы наговорили что-то неправильно, потому что у меня студия перестала работать. Кстати, знаете, чем хороша Visual Studio Code? Тем, что можно очень быстро убить. Я сказал, так, ладно. А, видите, испугалась. Но лучше всего то, что ее можно очень быстро открыть. То есть какой бы ни было с проект, да, как студия обычно открывается, я не знаю, это может минут 5 пройти. Тут очень быстро все поднимается, работает. И все у нас получается хорошо. Давайте попробуем все-таки найти F-Sharp Interactive. Вот, то есть F-Sharp Interactive — это инструмент, который позволяет выполнять команды F-Sharp в режиме REPL. Знаете, да, что такое REPL? Run, Edit, ну и PL — это еще какая-то штука. То есть не в том, что интерактивная модель. Смотрите, let a равно 1. Это мы делаем значение под названием а, которым присваиваем значение 1. Я не говорю переменная, потому что это на самом деле не переменная. То есть в F-Sharp в основном все неизменяемое, поэтому мы можем рассматривать как какая-то константа. То есть если мы сейчас спросим, чему равно а, оно будет равно 1. Вот, то есть вы теперь умеете делать
переменная. Можно сделать переменную по-настоящему. Можно написать let mutable b равно 3. Это что такое? Тогда у нас будет переменная mutable. Для того, чтобы сделать переменную изменяемую, нужно написать много букв в mutable, поэтому этого никто не делает. И ее можно изменить. Если мы попробуем написать b равно 4, оно нам скажет false. Потому что сравнение это, ну, то есть одно равно это сравнение. Для того, чтобы изменить переменную, то есть а мы не можем изменить, а b мы можем, нужно написать такую стрелочку. Это специально сделано неудобно, чтобы никто этого не делал. Это инфа 100%. Вот. То есть вы теперь знаете, как работают переменные, которые на самом деле не переменные здесь. Это все круто. Теперь давайте посмотрим, как там работает функциональное программирование, правильно? Там же быть функции. Как делается функция? Вот давайте сделаем функцию, которая добавляет два числа x, y и возвращает x плюс y. То есть сразу можете обратить внимание, что все аргументы у нас идут без скобочек, без запятых, просто через пробел. Это специально сделано, чтобы было удобнее их писать, а не mutable, не нажимать лишних букв. В конце я ставлю две точки с запятой. Это особенность именно REPLY в Sharp Interactive, то, чтобы он понял, что я уже хочу выполнять, а не просто пишу еще. То есть тут можно писать целую программу. Потом нажмете два раза точку запятой, и оно будет выполняться. Вот. То есть вы теперь знаете функции. Можно сделать вот так. Смотрите, я говорю a10 равно add10. Что будет при этом? Кто-то говорит, да, слова карирования, новая функция. То есть мы берем нашу функцию, применяем только один аргумент, и на выходе у нас получается функция, которая принимает второй аргумент и прибавит к нему всегда 10. То есть такая функция, в которой мы один аргумент фиксируем. Вот. Ну, в принципе, и все. Это весь F-sharp. А, нет, наверное, еще не все. Еще есть типы. Да, все. Я сейчас буду вам показывать. Так, типы, допустим, T1. Это будет у нас, у него будет имя. Видите, уже почти как C-sharp и H. Вот, это тип. Видите, у него есть name. Тип называется тип типа record, то есть это запись. Кто на Delphi, кто застал Delphi? Нет. Никто не застал Delphi, там были рекорды, вот это вот оно. А для того, чтобы его создать, не надо писать никаких new, даже не надо указывать название типа T1. Мы говорим name равно там каляки-маляки, age равно 23. И у нас, видите, получается, что создалось, ну, вот это значение типа T1, в котором все правильно. То есть F-sharp настолько умный, что ему не нужно указывать название типов, иногда типы не надо, это называется inference, короче, какое-то слово на i. Говорит о том, что он сам угадывает, какой там будет тип. Иногда угадывает неправильно, в этом случае нужно ему указать. Ну, таких случаев будет мало. Вот. И самое, ну, такое, не знаю, неожиданное там до недавних пор для C-Sharp разработчиков — это discriminated union. Сейчас вроде их там пытаются добавлять. Ну, discriminated, не потому что их дискриминировали, потому что так вышло, наверное. То есть идея в том, что у нас будет какой-то тип, которому мы можем сказать… Вариант. Короче, это enum на стероидах. Это enum, у которого у каждого значения может быть еще дополнительный какой-то багаж. То есть мы можем сказать, что type T у нас у него есть. Что у него может быть? Знаете, сложно придумать. Да. Цвет. А если цвет, то там будет у нас какой-то текст. String. Или размер. А если размер, то там уже, наверное, у нас будет int. Вот видите? И теперь мы можем сказать, что там, например, let s равно size 10, а
например, там какой-то h равно color red. То есть у нас получается и s, и h одного типа, но одно из них size, а второе color. Вот такая неожиданная штука. Но это я все показывал для того, чтобы… Ой. Так, ну тут у нас случилась какая-то неприятность, что-то поломалось. Хорошо, что у нас есть гид. Мы можем все это дело починить. Поломалось оно потому, что… Знаете, почему поломалось? Потому что я, когда пытался открыть консольку, я написал какой-то код, который не работал, нажал Alt-Enter, код остался, а все пропало. Так, но нам на самом деле не нужно делать полный билд. Хотя, как я говорил, полный билд делает все. Да, он все стаскивает, ставит, запускает тесты. Он запускает и юнит-тесты, и integration, а acceptance-тесты. То есть тут используется штука, которая там поднимает Phantom.js, нажимает кнопочки. То есть все это очень круто, все работает. Но мы сейчас посмотрим именно на experience, который будет у вас, если вы будете пользоваться подобной штукой. Как рассказывал Саша, есть такая концепция, как hot reload. Когда у вас код работает, вы его меняете, не нужно ничего не перекомпиливать, там, не запускать, оно само перекомпилируется и само запустится. Вот мы запустили сайт. Тут ничего не видно, давайте сделаю больше его. Да, смотрите, это, ну, это bookstore. Тут есть аутентификация, можно сказать тест-тест. Можно увидеть там список книг, можно их добавить. Нет, это не то я нажал. Да, вот оно как так все работает. Если мы там нажмем, у нас будут ошибки. Короче, это полноценное приложение на Bootstrap, там внизу React, можно использовать средства для дебага React, там Time Machine, все это работает. И при этом это все написано на F-Sharp. Что мы сейчас будем с вами делать? Мы попробуем добавить сюда страничку. Страничка будет такой себе бомж-чат, то есть чат, в котором можно что-то писать, он будет анонимный. И мы посмотрим, что нужно для этого сделать. То есть у вас впереди 2 дня выходных, вы приходите домой, делаете git clone save bookstore и вспоминаете, как тут было. Сразу хочу сказать, что можно уткнуться тут в несколько крайне неприятных вещей, несмотря на то, что ну, все там рассказывают, какой F-Sharp крутой, да, пишут о нем не все. И в нем experience, скажем, чуть не такой приятный, там, как, например, в том же ну, веб-форме, да, ты знаешь, как задизейбли view state и все, у тебя никаких проблем вообще нет, все работает, студия. То есть тут все часто выходит, иногда студия код глючит, иногда там еще что-то ломается, ошибки непонятные, в общем, это все не сахар. Поэтому я вам показываю, как можно будет бороться, вдруг что-то мне упадет, и вы узнаете, как можно дело полечить. Итак. Первым делом мы хотим добавить в меню наш чат. Как это делать? Мы берем и ищем файлик меню. Находим. Так, тут ничего не понятно, никаких… ну, на самом деле, смотрите, type есть, да, я рассказывал, это, ну, это должно быть понятно. Option – это значит, опять-таки, в F-Sharp нету понятия null, но есть понятие option. Option – это или есть что-то, или чего-то нет. Некоторые называют это монадой, но я бы не стал это делать. Идея в том, да, ну, придете домой и скажете, я знаю, что такое монада, но может это и не монада. Короче, смотрите, что происходит. У нас есть меню, и тут мы видим текст, который похож на то, что рисуется у нас здесь. Да, home, login, вот у нас все это есть. И мы можем в тупую взять и попробовать скопировать эту строчку. Вот так вот. Посмотреть, кстати, сюда. Ничего не происходит. О, видите, добавился home. Значит, мы в правильном направлении. Напишем чат. Напишем чат. Что такое page home? На самом деле непонятно, поэтому мы пойдем сюда. Увидим, что это у нас как раз таки discriminated union. То есть, видите, page у нас может быть или home, или login, или wishlist, или…
чат. И добавим сюда, скажем, что это у нас будет чат. Магия сработала, все у нас уже появилось. Вот, мы уже сделали 20% работы. После того, как мы добавили сюда чат, разные места, где у нас используется наш этот discriminated union, он же enum page, стали подсвечиваться зелененькими зелененьким пунктиром, что это такое, линия. И у нас стали появляться не ошибки, а такие ворнинги. Когда говорят про F-Sharp, говорят о том, что это язык как с алгебрической системой типов. Это очень сложная вещь. На самом деле она значит, что типы могут включать в себя другие типы. И все это сводится к тому, что он очень четко, ну то есть его система типов даже круче, чем в C-Sharp, она позволяет множество ошибок отлавливать еще на этапе компиляции. И некоторые люди считают, там, что тесты не нужно писать, потому что то, что вы тестировали на C-Sharp, на F-Sharp для вас тестирует компилятор. И в данном случае как раз ворнинги говорят нам о том, что у нас, вот, например, здесь, смотрите, есть функция, которая перебирает все возможные варианты пейджа, и она говорит, что а вот чат тут нету, надо его добавить. Поэтому мы можем, опять-таки, не зная, как это все работает, просто скопировать, сказать, тут у нас чат, написать эту стрелочку и сделать тоже чат. То есть что тут происходит? Оно смотрит, что toPass — это у нас переменная типа page. Видите, мы тут не указываем, какого она типа, но из-за того, что внизу он видит, что там везде page, значит, скорее всего, это page. И она перебирает все возможные варианты. Если у нас там toPass будет page home, мы возвращаем просто slash. Ну и так дальше для каждого из них. То есть это просто это обычный такой быдло-словарик, да, который мы делаем. Что? Меню не динамическое. А как оно динамическое? Если динамическое. Ну, тут меню динамическое на самом деле. Тут, если мы посмотрим в код, если мы смотрим в код меню именно, то тут мы видим, что у нас, если мы залогинены, мы пишем одно, если нет, то пишем другое. Да, да, да. Если авторизованным, то мы видите, вот тут вот model, model это какая-то, если она у нас есть. И мы вот в зависимости от чего-то, мы видим, что пишем логин там, где мы не авторизованы, а там, где авторизованы, пишем виш-лист. Значит, мы, наверное, берем, опять-таки, я не знаю, сработает или нет, ну, наверное, сработает. Делаем вот так. Табы ставим. Очень важно в F-Sharp ставить табы, потому что тут нету curly braces, да, для того, чтобы не быть похожим на C-Sharp. И все рулится, как в питоне, табами. Если пропустили один таб, то все капец. Все поломается, и, ну, и будет вообще непонятно. Я на самом деле даже не шучу. Видите, я вот сделал все. Это уже не рабочий код. Скобочки есть, да, но можно без них обойтись. Вот я поменял вот так, смотрите, да. Чата нет. Я захожу, и чат есть. Ух ты, круто. То есть динамическое меню работает аж бегом. Но у нас времени мало на самом деле, поэтому давайте без… Ну, поверим, что оно работает, все будет хорошо. Здесь на самом деле ничего к динамике не относится. Это просто маппинг, который делает из типа страницы, делает ее ссылку. А внизу штука наоборот, которая из… Где-то вот это, по-моему, да. Она из локейшена делает страницу. То есть вот так вот происходит все. Опять-таки, понимать, что тут происходит, нам не надо. Давайте относиться к этому как к магии. Конечно же, белой. Она бы не работала, если была бы не белой. И мы просто ну, чего-то хачим. То в чем прикол? То есть тут кода миллион. Ну, даже если не смотреть на сам фреймворк, то есть само это решение, все, тут ну, вообще капец. Тесты какие-то, все это билдится. Но прикол в том, что оно все работает. Понимаете? Понимать, как оно работает, ну, если честно, я хочу, но не могу. Я уже старый, хочу пиво пойти попить, да? Что? Ну, не знаю. Нет. Мою нет. Если Facebook отдает базу, ну, какие тут могут быть вопросы? То есть тут все очень круто. То есть очень много там хипстеров-красноглазиков писали, например, Babel, да, или Webpack. Знаете, что такое Webpack? Там люди, которые умеют его настраивать, ну, их вроде нет, хотя не все его пытаются настроить.
Тут его настроили, лазить-то не надо, оно работает, все отлично. И мы можем просто вот таким образом похачить и ну, добавить чат. По-моему, это круто. Не надо самого с нуля его писать. Так, давайте. У нас есть. Мы тут отвлекаемся. Сейчас мы ничего не добавим, потом будете говорить, что нельзя на F-Sharp ничего написать. Видите, мы не так далеко продвинулись, но уже у нас что-то хорошее. Если мы не знаем, что делать, первым делом смотрим в логи. Есть у нас какие-то ошибки. Ошибки нету, но есть вот опять-таки, видите, вот эти вот, он говорит appfs, там строчка 26, мы говорим appfs, тут ищем строчку 26, вот, и тут у нас что-то происходит, да, вот тоже, да, видите, какой-то сам там, что-то page, давайте добавим сам page чат, я не знаю, должно... Все пишут, мы напишем, тут тоже напишем чат, чат модел. Вот, круто, да? Теперь оно у нас не билдится, да, потому что чат модела нет. Но я думаю, что чат модел должен быть где-то около home page модел. Это 100%. Да, вот тут у нас тоже мы видим еще одну сборище discriminated enum-ов почему-то. Чат-модел. И видите, у нас там у homepage model нету никаких свойств. А вот у логина есть логин-модел, у вишлиста есть вишлист-модел. И мы себе так думаем, мы же там будем чат писать, а чат это, наверное, какое-то состояние. Надо нам, наверное, сделать тоже, ну, чем мы хуже. Будет чат-модел. Все. А мы сделали, у нас подсвечивается, такого нет. Что такое чат? Мы посмотрим, что... Поскольку он должен быть таким же, как виш-лист, сразу открою секрет, мы будем виш-лист очень сильно ну, использовать. Мы с него все стырим, что не надо, выбросим, и у нас получится чат. Виш-листа, кстати, много, видите, тут понаписывали чего-то. Как оно работает, опять-таки, не надо нам знать, нам нужен чат. И виш-лист — это файлик. Поэтому нам нужно сейчас добавить тоже второй файлик и назвать его chat.fs. Я же говорил, да, что программирование — это очень просто. Client chat, я его сейчас сохраню, я назову сейчас chat fs. А сейчас, так, по-моему, какой-то join me очень, наверное, как-то активно работает. Ну ладно. Смотрите, я сохранил файлик, но ничего у нас не заработает, потому что нужно файлик, это же .NET. Это же не так там, как просто взял, добавил файл там и все. В .NET файл надо включить в проект, а в F-Sharp файл надо включить в проект еще в правильной позиции, потому что файлы там, если у вас файлик выше используют declaration из файлика ниже, то у вас все плохо. То есть оно все по порядочку идет. И вот тут как раз то место, в котором Studio Code немного плохо себя чувствует, потому что здесь нет Solution Explorer. Ну, то есть он есть, но он не работает. И файл в проект нужно включать вручную. Есть, правда, такая add current file to project. То есть это оно куда-то добавило. Но на самом деле оно добавило так, что оно все поломалось. То есть тут у нас все... Это я просто рассказываю вам те моменты, завтра там суббота, да, вы себе с пивом сидите, пишете, такие опа, и все, капец. И все пропало. Как это лечится? Лечится так, мы находим наш этот, опять-таки это конкретно применимо только сейчас, наверное, к нашему, ну, к этому SafeBook, или как он называется, да. Находим fproject файл. Сейчас стало хорошо, да, с .NET Core, потому что файлы стали меньше. И CS Project, и FS Project. Раньше было хуже, потому что такая простыня, надо было тебе найти, где эти файлы находятся. Тут такая штука, что у нас есть сервер, есть клиент. И одна из мощных вещей вообще Safe стека в том, что вы можете реюзать одни и те же типы, один и тот же код и на сервере, и на клиенте. То есть это и модели, и валидация, и там, ну, все что угодно. То есть тот же самый код запускается там и там. И для того, чтобы это сделать проще, ну, конкретно здесь ребята используют так называемые shared проекты.
они называются не Shared FS Proj, а Shared Props. И Shared Props на самом деле содержит в себе все то, что должно быть пошаренное. То есть этот проект, он должен быть выше, потому что почему-то FS Code его как-то неправильно поменял. То есть я сейчас его открою. И в этом, так, клиент Props, тут у нас есть вот такая дичь. Мы ее там скопируем, добавим сюда чат. То есть тут не надо понимать, что я тут сделал. Идея в том, что я просто вручную добавил в один файл. Общая модель же BrandShark, это ваши. Общая модель это какая? Что такое общая модель? Общие модели это решение именно сейф. Для сейфа есть ряд темплейтов. Или нету, или есть, или их делают. Ну, темплейт это то, что мы делаем .NET New, там сейф супер приложение, оно нам все нагенерило. Ну вот это просто как тестовая штука, ее хотят сделать темплейтом, не знаю, может уже сделали, может нет. Но если вы хотите попробовать именно использовать сейф, то пока лучший старт это вот взять этот Bookstore, потому что там в нем все есть, и вот так как я добавлять, убирать лишнее, добавлять не нужно. То есть Shared модель это фишка не в Sharp, это фишка именно сейфа, потому что это же full stack development. А в Sharp это вообще для математических расчетов там, и чего-то еще. Да? Да, так, собственно, у нас, смотрим, что у нас поломанное. О, уже у нас много поломанного. Значит, нам говорят, там, namespace or module chat is not defined, shared fs, идем наш shared fs. Тут, кстати, немного все, опять-таки, надо поперезапускать, потому что добавление нового файла, вот именно, ну, почему-то в этом месте, оно неделю назад работало, а сейчас вот перестало, поэтому все чуть-чуть затыкается на такой банальной фигне. В обычной студии это все работает ну, лучше, потому что там можно добавить, можно таскать. Хотя я не уверен насчет вот этого поддержки Shared Props, да, когда мы описываем файлы там не в файле проекта, а в чем-то другом. Так, что-то там какая-то дичь, короче. Так, это у нас что такое? Клиент Shared. Чат FS. Так, короче, мне кажется, у нас проблемы. Поэтому будем считать, что нам не повезло. И сделаем другую штуку. Буквально одну секунду. Вы уже чувствуете, да, насколько это увлекательно? Так, сейчас. Подождите. У меня половина ходов записанного, половина ходов так, давайте last try, там, кстати, все очень хорошо. Так. Так. Кто-то гид знает. Так, окей. Давайте вот мы сделаем вот эту вот штуку. Там, в принципе, было все очень близко. Вот. И посмотрим. На наш код, что у нас там получилось. Получилось, на самом деле, все, по идее, хорошо, потому что оно работало 10 часов назад, как минимум. А тут, по идее, должно быть уже кнопочка, должны быть все наши файлы так, как нам надо. Есть какие-то ошибки. Но их на самом деле нет. Странно, да. Не-не, тут, видишь, он напрягся. Первый запуск рано происходит какое-то время. Видите, тут даже запускаются юнит-тесты. Хорошо, что они быстро работают. Вот есть наш чат.
Я его добавил. Давайте я покажу вам в коде, что у нас произошло. То есть у нас есть наш многострадальный файлик chat.fs. В нем многое было натырено из виш-листа. Я вам тоже это советую делать. Основные моменты, которые здесь есть. Момент первый — это view. Помните, я говорил про функцию view, которая принимает к себе модель и какую-то мифическую функцию. То есть здесь мы с помощью такого себе DSL описываем страницу. Если вы там как-то знакомились с React, там, в принципе, то же самое происходит. Да? То есть там есть такое JSX, когда не на HTML пишут, а такой там псевдо какой-то там JavaScript. Здесь на самом деле вот я просто сделал вспомогательную функцию под названием DC, которая на самом деле делает div и передает туда класс name. То есть если контейнер, row, это все берется из Bootstrap. То есть у нас идет div, в котором еще div, это все для красоты. Потом мы делаем input, это обычный наш control. У него есть какое-то имя, у него есть placeholder, и у него есть метод onChange. То есть это атрибут, который вот тут потом происходит что-то невнятное, но идея в том, что когда у нас меняется наш control, меняется текст, то у нас генерится сообщение под названием message changed, куда передается значение то, что в этом контроле. То есть, грубо говоря, на каждое нажатие кнопки у нас валит новое сообщение. И, соответственно, мы это сообщение можем где-то словить, а ловить мы его будем в методе update. Вот, видите, тут у нас метод update, который не метод, а функция. И для message changed мы принимаем модель, которая была, и на выходе возвращаем ту же самую модель, но уже с полем new message то, что нам пришло с этим сообщением. То есть у нас идет постоянный цикл. Мы нажали кнопку, у нас бахнуло сообщение с контентом, что у нас есть в этом самом. Мы взяли текущую модель и отдали наружу модель, в которой все было изменено. То есть как это работает? Работает вот в принципе вот так. То есть мы пишем, где-то оно меняется, но мы этого пока не видим. Да? Но мы можем это увидеть, если мы просто возьмем и в нашу страничку добавим вот такой вот words 20 напишем, model, и там у нас есть new message. То есть что мы тут делаем? Мы добавляем сюда div, в котором первый список — это его атрибуты разные. Да, если мы представим себе HTML тег, у нас есть тег, у него есть атрибуты, а потом идет контент. Вот первый здесь у нас идут атрибуты, а второй у нас будет идти контент. Так, давайте мы, наверное, добавим сюда, чтобы у нас это было. Сделаем yield. Зачем это надо делать, непонятно, но просят, пусть будет. И видите, мы пишем, вверху у нас появляется текст. То есть это у нас текст, забанденный на нашу модель. То есть мы видим, что она у нас работает. Теперь следующий шаг, когда мы нажимаем кнопочку Add, мы хотим, чтобы она у нас добавилась. Ну тут случайно она уже и так добавляется. То есть тоже, как это опять-таки сделано? У нас есть метод Add. Я уже показывал вам наш input. Есть у нас button. Тут тоже у нас идут какие-то класснеймы и идет вот onClick. Когда у нас происходит onClick, мы просто диспатчим сообщение addMessage. Опять-таки идем в метод update, смотрим, что делает у нас этот addMessage, который newMessage. AddMessage или newMessage? Что происходит? Так, сейчас. Что-то не то. Он должен быть add. Не, стоп. Да. И мы видим, что происходит, ну, что мы возвращаем назад. Опять-таки, наша модель. New message мы присваиваем туда пустое значение. То есть мы уже что-то написали, хотим, чтобы у нас почистился у нас текстбокс. А к messages, который у нас коллекция, вот видите, string list, то есть это список наших сообщений, мы туда добавляем то, что нам пришло с
нашим, ну, с нашей моделью new message поле. То есть вот такая конструкция, в конце у нас идет список, а через 4 точечки мы добавляем в начало новый элемент. То есть мы добавляем в голову нашего листа, добавляем что-то новое. И в результате у нас получается так, что мы, когда пишем какой-то текст, нажимаем Add, он добавляется у нас вниз. Добавляется вниз, потому что внизу опять-таки у нас есть вот такой кусочек кода, в котором мы берем нашу модель, наши messages, которые на самом деле это список, и запускаем их в listmap. Listmap — это, если мы в C-Sharp в линке, это select. Select, сюда передается функция, m — это каждый из этих месседжей, или каждого из месседжа мы делаем tagp, куда мы бросаем этот контекст. Word 16 — это просто вспомогательная функция, которая определена здесь. Она пишет вот эту вот строку 16-м шрифтом, просто чтобы было больше и меньше. И в конце мы весь этот список превращаем в один React-элемент, который, ну, просто чтобы он был не много их, а он был один, схлопываем. Вот. Собственно, вот так вот оно все работает. И, в принципе, программирование в такой штуке состоит в том, что мы все, что нам нужно показать на странице, мы это забрасываем в модель. А все наши изменения мы делаем с помощью месседжей. Наша пишем метод view, который эту модель просто отрисовывает. То есть, видите, то есть тут, ну, логики никакой нету, просто говорит, все как есть отрисуй, и на некоторые элементы понавешивай там onChange, там onClick, onEnter, ну, все разные обработчики событий. И есть метод функции update, который принимает в себя сообщение модель и в зависимости от нее производит новую модель. То есть так оно работает на уровне, скажем, нашего чата. Также оно работает на уровне всего приложения. То есть приложение — это то же самое какой-то компонент. С той разницей, что здесь все события, допустим, вот если мы увидим, вот, например, если у нас пришло событие с чатом, где-то апдейт, давайте найдем, сейчас, секунду. Апдейт, вот. Вот у нас приходит событие chat-message, то мы его просто вызываем у нашего компонента chat message-update, который мы видели, что он делает, он меняет модель. Берем эту модель и опять пробрасываем назад в тот компонент. То есть у нас тут очень хорошо происходит композиция. Мы можем из больших кусочков там делать еще больше, из маленьких еще меньше, понаписывать контролов, ну и все в принципе работает достаточно круто. Давайте сейчас, у нас времени остается, как обычно, мало. Я покажу еще, как оно работает в условиях, так, сейчас, сервер-сайт. То, что мы делаем с сервером? Потому что, ну, конечно, круто, да, что мы там клиент нам написали, но как нам все это дело на сервер навалить? Вот это уже самый полный, по идее, вариант. Смотрите, опять-таки идем в наш чат. Когда мы создаем нашу новую модель, есть такой метод init, если он есть. Может, его и нету. Тогда будет. Ага, вот. Есть метод init. То есть у каждого компонента, который мы делаем, должен быть метод init. Метод init возвращает чистую модель. Видите, я делаю тут new message, ничего нет. Messages мы там какой-то от фонаря пишем, и error message то тоже нет. И в конце можно вернуть еще набор ивентов, которые сразу же будут с этим месседжем обрабатываться. Ну, не ивентов, а команд. И как раз здесь мы делаем команду, которая называет postLoadChat. Команда сама себя представляет, она делает промис в JavaScript, который делает запрос на сервер и по результатам его возвращает, генерит два события. Или fetch готов, или fetch error. Вот. И, соответственно, эти события, они, в принципе, и, ну, опять-таки, меняют нашу модель. То есть события только меняют модель, больше ничего не делают. Если мы получили чат сервера, то мы наш месседж присваиваем чат, и у нас все хорошо.
Если у нас пришла какая-то проблема, то мы присваиваем свойство модели текст проблемы. А это свойство модели показывается потом на нашем view там, ну, с помощью fail, вот, text danger, там все как нужно. На сервер-сайде, если мы посмотрим, что происходит, что мы тут подобавляли. То есть тоже все достаточно просто. Как показывал Саша, там кусок Suave, тут похожие штуки. У нас есть роутер, мы определяем действие, которое мы делаем, что будет, если not found, это уже было до нас, мы ничего не добавляли. Описываем для get в роут и для постов. Вот, например, вот если у нас будет URL на чат, то мы возвращаем то, что нам вернет метод getChat. Метод getChat возвращает таску, которая просто, я тут сделал обычный список, и возвращает его в виде JSON. Ну и, соответственно, пост у нас есть какой-то, тоже он делает таску, то есть таска — это обычная таска из .NET. А return, вот, кстати, не знак, это return await, да, то есть мы когда делаем, тут у нас async, мы, если вы кстати, то мы ждем, что будет в конце. То есть для добавления сообщения все тоже очень просто. Мы получаем из контекста его контент, бандим его, ну, преобразуем его к типу, ну, нужному нам. То есть там в случае будет string, может быть любой тип. Добавляем опять-таки в наш static chat новое это сообщение и возвращаем в том виде, в котором оно есть. То есть на клиенте мы получаем уже payload какой-то, мы генерим там опять-таки события fetch completed или что там, обновляем нашу модель, и у нас оно все работает. То есть тут я использую хранение такое, да, очень жесткое static поле, в котором мы можем, но сам этот Suave Bookstore внутри себя содержит реализацию двух сториджей. Первый — это файл system обычный, когда вы запускаете, то есть все эти книги, которые есть, не просто файл там сохраняется в JSON. А второй — это Azure Storage. Может туда просто прокинуть connection string, и будет все сохраняться у вас где-то в облаке. Кроме этого, как я уже говорил, тут есть UI-тесты. Вот, например, можем посмотреть, как они выглядят. Вот смотрите, вот тесты. То есть даже не понимая, что такое F-Sharp, да, вот вы можете показать, я не знаю, там бизнес-аналитику какому-то, да, сказать, вот ты вот сюда не смотри, это просто там для красоты. То есть есть список тестов, есть тест-кейсы, есть действия, которые там происходят. То есть мы проверяем, что можем запустить, можем делать логин-логаут. Логин-логаут — это у нас методы. Видите, мы можем видеть, что тут происходит. То есть тут, ну, то тоже никакого космоса нет. То есть мы находим элемент с селектором определенным CSS. Если он есть, то мы жмем кнопку. Если нет, то мы ждем, пока появится. А вот эта вот конструкция, что она делает? Да, то есть она просто в элемент с этим селектором записывает такой текст. Причем этот селектор не обязательно, может быть текстбокс, может быть там, ну, все что угодно, все, что может принять текст. И чекбокс, радиобаттон, там, дропдаун. Это все делается, ну, такая штука. И фреймворк, который используется, называется Canopy. Это как раз тоже такой очень хорошая вещь. Это обертка вокруг веб-драйвера, вокруг Selenium, который позволяет на F-Sharp писать достаточно понятные и, ну, хорошо читаемые, удобные тесты, ну, с кучей разных хелперов. То есть мы в одном месте описываем там все тесты, у нас есть билд, который все это дело собирает, проверяет, мы всегда знаем, работает, не работает. Ну и, в принципе, на самом деле experience достаточно приятный. То есть у вас запущено приложение, вы пишете код, когда оно все работает вообще хорошо, если там ломается, то не очень. Вот. И, собственно, хотелось бы закончить на такой ноте, что, в принципе, вот такой experience, как мне кажется, ну, лично для меня это один из идеальных, что ли, да. Ну, если мы там абстрагируемся от того, что оно все поломалось, упало. То есть continuous development. Говорили про nCrunch. Вот nCrunch — это круто, да, оно все. Но nCrunch, он запускает только тесты. Здесь же работает полностью все ваше приложение.
То есть построить себе такой процесс, когда у вас все работает, вы просто пишете, вы не отвлекаетесь там, на ребилд, там, на деплоймент какой-то. То есть вы видите сразу фидбэк, вот мне кажется, это то, к чему нужно стремиться. И ну, сейчас ближе всего к этому подошли, конечно, фронтенд разработчики, как мне кажется, опять-таки. Ну им проще, наверное, там у них все, там хром мощный, ну, времени много, вот такое все. Но вот с помощью таких вот инструментов можно приобщиться и самим. Если пописать вот в таком стиле, то потом возвращаться назад, когда вы там что-то билдите, запускаете, проверяете, будет, наверное, очень болезненно. И, собственно, я вам всем желаю вот стремиться и достичь вот такого дзена, когда все работает само по себе, вы только там копируете что-то куда-то и все. Все, спасибо. Вопросов, наверное, нет. Спасибо за доклад. Честно говоря, немного расстроили тем, что Славы не держит, и теперь все переписывать на джираф. Но вопрос не об этом. Вопрос, может, такой немного… А написали? Немного... Написали что-то ну, на Ну да, Слав? Чуть-чуть написал, да. На самом деле, пусть работает. Потому, мне кажется, автор Суаве, там, по-моему, Саша говорит, что он обиделся на всех, и там какая-то терка пошла. Но жираф сейчас, да, в трендах. Вопрос приблизительно следующий по поводу Fable. Вот, ну, я не пользовался им, в принципе, провожу такую аналогию с тем же TypeScript, который компилируется в JS. Uh-huh. И вот там, например, есть много определений типов для уже известных библиотек. А вот как, например, Fable функционирует там вместе с какими-то сторонними библиотеками на чистом JavaScript? Да, очень хорошо функционирует. То есть там, во-первых, есть обертки для них, во-вторых, есть возможность вызывать напрямую. То есть там JS, Fable, JS, Interop какие-то вещи. И, в принципе, все, что не обернуто, можно просто вызывать. Так же, как и на TypeScript там, или там, на CoffeeScript. То есть все там отлично. Но опять-таки по заявлениям. Я так не могу сказать, что я там два раза в день вызываю какую-то стороннюю библиотеку, но он очень активно развивается, и там, в принципе, все работает. Окей, тут больше не вопрос. Вот я сейчас на все вот это посмотрел, и это чем-то мне напомнило MVC. Что вы на это скажете? Какое MVC? Что такое MVC? Ну, ASP.NET MVC. Вот тоже как бы серверный такой рендеринг, тоже как бы такая… Это не серверный рендеринг, это клиентский рендеринг, потому что все это выполняется в клиенте. Я еще не показал самого интересного. Сейчас я покажу, если я правильно кнопочки найду. Так, тут где-то есть sources, а тут есть… А тут ничего нет. Ёлки-палки, я думал показать. Ладно. Короче, идея в том, что в исходниках показывается F-sharp код. Хотя он, ну, как это самое, с помощью магии там source map'ов, его можно дебажить в хроме. И, ну, то есть это не сервер-сайт рендеринг, но поддерживается и сервер-сайт тоже. То есть то же самое, как в React есть возможность рендерить на сервере, для того, чтобы оно было быстрее. Точно так же здесь это можно сделать там без ноды, без ничего, все на опять-таки F-Sharp. Насчет того, что похоже на MVC, ну, думаю, нет. Потому что проблема основная MVC, которую я вижу, это то, что реально людям, которые боятся JavaScript, дали вот, сказали, вот вам Razer, да, какой-то, вот вам C-Sharp, вам не надо знать JavaScript, вы можете писать крутые приложения. Но я, если честно, не видел еще крутых приложений. И я считаю, что для того, чтобы написать нормальное приложение, современное профессиональное вылище, нужно упарываться, ну, с PA сейчас, да, то есть это или Angular, или React, или там что там еще, Vue, еще что-то. Или вот, может быть, Fable. Но Fable сильная сторона в том, что, опять-таки, вы пишете на F-Sharp, и оно компилируется в React. По-моему, вин-вин тотальный. Сейчас. Ну вот все-таки там с тем React, Angular, я, вот если мне нужен какой-то контрол, да, там сложный, там, не знаю, Markdown Editor, там, или какой-то там
lookup edit box там, с двумя колонками. Я так пишу в Гугле, да, там markdown editor React или markdown editor Angular. Да. И там через фигак-фигак в продакшн, и в общем все работает. Да? Что я делаю здесь? Тоже. Его можно использовать, ну, если ты можешь найти там эдитор на React, ты его как-то подключаешь, да, там через NPM какой-то вставишь, там опять будет, я не знаю, там директивы, все вот это. Это все можно использовать на Fable. Правда, если спросишь, как, я сейчас не расскажу. Но идея все в том, что идея Fable в том, чтобы реюзать все, что есть. Поэтому не должно быть проблем вообще никаких. То есть тут мы видим, да, у нас там Bootstrap используется, люди там переписывают на то, чтобы Bulma использовалась вместо Bootstrap, там меняют какие-то, ну там сейчас вот Giraffe будет меняться на Saturn. Все там меняется очень классно, ну, поэтому проблемы нет. Спасибо. Сейчас запитання. А что вы расскажете как раз с большей стороны, как поддержки, юзер-группы, ну, на примере вообще глобального общества, насколько это популярно, и конкретно в Украине? А конкретно в Украине, ну, именно про Fable, или про F-Sharp, или про .NET. Я думаю, что у нас с .NET проблемы на самом деле с сообществом, если честно так, положа руку на сердце. Потому что, да, там искали, ну, когда мы анонс делали, да, там искали это самое, то там с JavaScript проблем нет, там люди ломятся, что надо закрывать, а по .NET мало. А по F-Sharp еще меньше, по сейфу, ну, я, если честно, особо даже и не слышал. Все сообщество. То есть F-Sharp тусовка в мире даже, если там поездить по конференциям, там BuildStuff и прочее, есть ощущение такое, что там тупо 10 человек, да, которые вместе с друг с другом тусуются, они что-то там переписывают. То, что не ругается из-за Суава, это вообще грустно, потому что их станет 9, ну, я не знаю. То есть F-Sharp остается очень недооцененной вещью. И, ну, мне кажется, это позиционируется тупо сверху, там, от Microsoft и вниз. То есть сейчас это только для энтузиастов. Недавно была Fable-конференция в Европе, по-моему, где-то первая. Там было довольно много народу. По-моему. Она, кстати, не первая, по-моему, уже, или вторая, или третья. Да. FableConf. Весной там что-то и происходит. И у вас есть Антон Молдаван, он, по-моему, ведет F-Sharp User Group в Харькове. Да. В Телеграме? Да, в Телеграме есть. Да, Gitter, ну, Gitter по-любому проекту, по есть идее. Есть русский, да? F-Sharp чат, если кому надо. Но там не из Украины, больше людей типа из России. Но там, в принципе, можно всех спрашивать вопросы, тебе все ответят, код поревьюет и все такое. Хорошо. Да. Вопросы? Добьем. Вот опять вопрос, в принципе, такой. Ну, опять проведу аналогию с TypeScript. Вот вы там вспомнили бегло про алгебраические типы, например, это там тот же улучшенный domain-driven design, очень удобно. Mm-hmm. Например, тоже есть в том же более популярном TypeScript, или точно так же вот проход reload вспомнили. Тоже, ну, у фронтенщиков с этим все четенько. Вот может еще какие-то инсайты, почему именно F-Sharp, там какая-то радость functional first языка, там я не знаю, почему именно, чем он еще может выделяется. Почему? Молодые слушатели, которые сюда пришли, должны вот записаться в эту когорту. Ну, лично для меня F-Sharp, во-первых, то, что это функциональный язык. Я, ну, это опыт такой же, как с Git'ом и со Svenом, да, кто там со Svena перешел на Git, назад уже смотрит как-то с пренебрежением. И у меня такое же ощущение там с C-Sharp и F-Sharp. Потому что, ну, во-первых, как раньше уже говорили, насчет знания языков и парадигм. Там, чем больше мов ты знаешь, тем стільки разів ты людина, да, вот это все. И для программирования это реально это работает. Чем больше ты знаешь парадигм, тем ты даже на своем обычном языке там по-другому начинаешь писать. Да, я там прочитал про функциональщину, стал использовать линки, например, чаще на C-Sharp.
Если вы знаете про прототипные, там еще у вас какие-то будут инсайты. Поэтому тут знаешь что-то новое. А F-Sharp, потому что ну, это .NET, все-таки .NET-чики боятся куда-то уходить. То есть сразу их там загонять в Linux какой-то, баш давать, да, там, я не знаю. Это очень жестко, они к этому не готовы. А тут вроде у тебя и студия есть, да, и F-Sharp. Потом ты понимаешь, что можно и без студии, и без Windows, ну, а потом уже и без F-Sharp. То есть такой переходной период. Поэтому... я как архитектор, ну, опять-таки, как архитектор я решусь, а как там ответственный человек? То есть тут нужно смотреть там конкретно на разную ситуацию, потому что ну, архитектор архитектором, но у него есть какие-то ресурсы, у него есть там команда, да, с какими-то скиллами, есть там какие-то ожидания бизнеса. И тут сложно так сказать. То есть чисто там по техническому, конечно, да, классно, давайте что-нибудь напилим. Там, по другим вопросам it depends. Вот. Но я бы хотел, не, скорее, думаю, да, скорее да. То есть если там решить организационные вопросы, если будет команда готовая с этим работать и будет, ну, why not? Ну, все... Один. Да, ну, не, на самом деле сейчас очень, скажем, большие такие компании переписывают все на F-Sharp, рассказывают о том, что у них на 70% меньше кода, там все счастливы. Ну, пока не начинают все ломаться. Богат? Ну, тут много чего нету. Там, если вы хотите поинтересоваться F-Sharp, я могу порекомендовать сайт F-Sharp for Fun and Profit, все одним словом. И там есть как раз вот вступительная для C-шарперов там, статья в F-Sharp, где показана там разница в синтаксисе. Ну, короче, почему он хорош. Кода реально получается меньше даже без скобочек. Так, ну ладно, давайте. Есть еще один вопрос. Да. Сергей, как вы оцениваете порог вхождения в эту технологию, в этот фреймворк для человека? Вот если взять там матерого C-Sharp девелопера, который 10 лет писал на WebForms, MVC там, и прочим технологиям, как долго ему, как много времени, там, усилий понадобится, чтобы войти и начать писать на Safe? Mm-hmm. Mm-hmm. Я думаю, ну, у матерого .NET разработчика, я так понимаю, это тот, который ненавидит JavaScript, да, который вспоминает. Не, ну тут очень важно. Мне кажется, на Fable будешь хорошо себя чувствовать, если попробовал на JavaScript там, ну, какой-то фреймворк, если попробовал тулинг, который есть, там тот же NPM, там тот же Hot Reloading, там что-то, если ты там с консолью более-менее нормально, то есть у тебя уже там пошел какой-то вектор из Visual Studio в нормальный мир, да. То есть тому чуваку, который постоянно делает right-click, publish, там new nugget, и, ну, когда слушает доклад про какой-то инструмент, спрашивает, как его поставить в студию, то, наверное, не очень ему будет. Но да, то есть тут ну, нужно так подготовиться вначале. Ну, что подготовиться? Стремиться выходить наружу. Тогда Fable зайдет окей. Я так думаю. Может быть, нет. Що буде перше? JavaScript-ери перепишуть весь бекенд на JS, чи F-Sharp захопить фронтенд? Я думаю, що F-Sharp не захопить фронтенд аж ніяк, ну, тому що JavaScript-ерів багато. І JavaScript-ери теж не перепишуть все на JS, тому що, ну, мені здається, що там хайп навколо Node.js, він вже трохи вже вщух, да, вже не самий мейнстрім. Багато людей, які там
писали щось на Node.js, ейфорія пройшла, вони зараз переписують на Go, там ще на чомусь. І, ну, здається, JavaScript зараз як сервер-сайт не те, на що всі перейдуть колись. Що трошки. Тому нічого з цього не станеться, але то, що на F-Sharp не перейдуть всі, те 100%. Круть.